Привет, друзья! Сегодня хочу принять челлендж Виталия, ссылочка внизу. Лесенка 1-10, жима в гире 24 килограмма каждой рукой. Перед тем, как начать упражнение, я хочу обозначить более четкие правила, которые будут не каким-то золотым шредевральным стандартом, а просто соответствовать правилам соревнований по жиму в гиревом спорте. А именно, первое, самое важное, жим делаем только рукой. Никакой даже легкой помощи ногами, вот швунга, такого быть не должно. Контролируйте ноги все время, вот только рукой. Второе не менее важное правило. Нельзя гирю ставить на пол или держать в двух руках. Единственное, где мы можем отдохнуть, это поставив гирю в положение на груди. Точно так же нельзя гирю ставить на плечо и отдыхать. Вот одно положение, и из этого же положения мы жмем гирю. Не отсюда, не с плеча, а вот именно от груди. Вот и все. Ну, а теперь непосредственно челлендж. Желаю приятного просмотра. Из-за облака светит солнце, кто же в нас с тобой разберется? Год за 10 сойдет. Улетают слова, как птицы, крылья хлопают, как страницы. Пусть тебе повезет. Я подскажу тебе сон, подскажу тебе шаг, подскажу тебе жизнь. Подскажу тебе сон, подскажу тебе все, ты только держись. Прыгать с крыши и падать в стужу, но порвется всегда, где уже, где угадать не дано. Струны плачут и струны пляшут на беду и удачу нашу. Кто там стучится в окно? Я подскажу тебе сон, подскажу тебе шаг, подскажу тебе жизнь. Подскажу тебе сон, подскажу тебе все, ты только держись. Thank you.
значит. Челлендж выполнен, результат вы видели. В принципе, я мог идти еще и на третий круг и где-нибудь там остановиться. Но смысл такой, что с гирями можно достичь очень хорошей силовой выносливости, и это нам поможет в жизни. Занимайтесь, друзья, гирями. Всего хорошего. Пока.